Япония – архипелаг в Тихом океане, и это больше 6000 островов. Один из них теперь в центре Бендер. На небольшой клумбе, где был старый густой можжевельник, теперь японский сад. Можжевельник все тот же, но теперь он с новой стрижкой. Вот наш можжевельник, которого мы обрезали в стиле европейского бонсая. Планировалось, конечно, мы хотели сделать тут мини-японский садик. Можжевельник был у нас тут большой массив, был очень переросший, очень старый, потерял свою декоративность полностью. И мы решили проэкспериментировать, дать ему вторую жизнь. Традиционно японские сады создаются для созерцания. Для японца гармония – это единение с природой. Структура сада максимально естественна и лаконична. Бонсай из можжевельника – это уменьшенная копия соснового леса на морских скалах, изогнутые стволы и пушистые кроны. Так как можжевельник имеет много возобновляющих почек, вот видите, пошла молодая поросль по можжевельнику, так. Вот эти вот головки будут большие, такие пышные. Мы будем их состригать, придавать им форму. Почву замульчировали шишками. Этот прием не дает расти сорнякам, сохраняет почву влажной. К тому же выглядит очень эффектно. Настоящее украшение клумбы – мискантус. Это травянистое растение, растет до 2 метров. Рядом с розовой клумбой в центре Бендера еще одна композиция – гора Чинтыевка. Именно здесь, в украинских Карпатах, возле села Волчий Днестр начинает свой путь на высоте 900 метров. Из камней, шишек и щепки озеленители выложили русло реки. По краям все тот же бонсай. У старого можжевельника теперь совсем новая жизнь.